девочки. Премьера на РТР. Что? Слава погиб? Разбился на машине? Я понимаю, я виновата перед тобой. Нравится тебе с чужим мужиком спать, а? Вот тебе мое прощение! Вот за такое ты ответишь по полной, поняла? Спасать девочку надо. С такой мамашей она точно пропадет. Лена поедет в детдом, где она будет находиться до решения ее вопроса. Своего ребенка я никому не отдам. Не хотите взять девочку? 6 лет – идеальный вариант. Из родных только мать, ну, отца овцой, так что проблем не будет. Я очень на вас рассчитываю. Спасибо, Ева. Конечно же, постараюсь оправдать ваши надежды. Родные души. Воскресенье. На РТР.